Состоялся первый организационный сбор первых учащихся, первых студентов вновь открывшейся Карамзинской театральной школы. Театральная школа открывается при театре, при Ульяновском драматическом театре имени Ивана Александровича Гончарова, при поддержке правительства Ульяновской области, при грантовой поддержке. Школа будет функционировать и будет состоять из нескольких курсов, из нескольких предметов. Это актерское мастерство, сценическое движение, хореография и деловой этикет. Хочу сказать, что это начальный набор предметов, потом он будет дорабатываться, расширяться и улучшаться. К радости администрации школы у нас есть уже более 20 потенциальных студентов, более 20 потенциальных учеников. Совсем вскоре, через несколько дней, мы начнем наши первые занятия. Я думаю, что открытие этой школы и функционирование театральной Карамзинской школы будет всем во благо и всем на радость. Спасибо.